это аромат Клин. Вот такой небольшой пакетик, потому что я не стала заказывать сразу полноценный объем. Я заказала роллербол 450 рублей за, по-моему, 5 миллилитров, да. Вот он такой маленький, и посмотрите, сколько у меня уже израсходовалось за 2 недели. Вот столько у меня осталось. В общем, с этим ароматом я забросила все свои парфюмы. И как-то я обещала тоже снять видео о моем втором осеннем парфюме от Нарцисса. И так его как-то не хочу снимать, потому что у меня нет вдохновения из-за этого аромата. Да, забыла сказать, что это у меня аромат Clean Fresh Laundry. Именно этот аромат я захотела попробовать первым, потому что меня давно интересовал ароматы Demeter Fresh Laundry. И в частности, я все-таки решила заказать именно Clean. Потому что Demeter как-то мне не особо понравились их остальные ароматы, которые я пробовала уже в магазине. И поэтому я не стала заказывать тот вариант. Думаю, что закажу полноценную версию, хотя стоит она довольно-таки не дешево, все-таки это нишевая парфюмерия. Тем не менее, шлейф у них, конечно же, отсутствует, но я полагаю, что шлейф и аромат от полноценной версии будет держаться гораздо дольше, чем от роликового варианта, потому что все-таки, когда вы наносите аромат роликом, вот сейчас тоже нанесу, то он сидит более близко к коже, чем то, которое вы распрыскиваете из пульверизатора. Что хочу сказать об этом аромате? Аромат чистоты, аромат свежести, но не морской, аромат просто уникальный, ни на что не похожий. И конечно же, ниша, он несет в себе нишевый аромат. Ноты. Верхние ноты – апельсин, лайм и трава. Середина, то есть сердце – это жасмин-роза. И базовые ноты – это гелиотроп, древесные ноты и мускус. Ароматы создателя Рэнди Шиндер, такое интересное имя. Американская марка нишевой парфюмерии, задумана как ароматы чистоты, и все ароматы, извините, у меня тут собака просто издевается надо мной, мешает мне снимать видео. Ароматы задуманы как ароматы чистоты, которые воплощают в себе свежесть. Вначале, когда я нанесла этот аромат, он мне как-то показался вообще сладковатым. Но потом, когда я его носила уже 2 дня, я поняла все-таки, почему о нем так говорят, и что в нем слышится, и что ему придает этот характер. Потому что вначале мне показался аромат, ну, никакая не Fresh Laundry, но на самом деле это название говорит о том, что он напоминает запах какого-то кондиционера, честно говоря, да. Может, кому-то это может не понравиться, но мне нравится пахнуть вот этой чистотой, таким свежим ароматом, потому что я, честно говоря, устала от всей парфюмерии, и с этим ароматом я отдыхаю от этого типичного парфюма, от обилия вот этих запахов, от обилия разных нот, вот этой тяжести парфюмерной. В нем этого, кстати, нет. Он легкий, он уникальный, и я довольна, что его приобрела. Следующий аромат я хочу присмотреть Clean оригинальный, просто Clean Clean, потому что он мне показался по нотам тоже близок к моим парфюмерным пристрастиям, и он, так сказать, мне кажется, что будет пахнуть довольно-таки приятно. Но минус в том, что на этот аромат нет такого роллербола, чтобы можно было его попробовать. И поэтому посоветуйте, как пахнут остальные ароматы вот этого Clean, чтобы я могла уже представить свое мнение. Конечно, стоит он не дешево, поэтому в ближайшее время я пока не планирую покупки парфюмерии. У меня их и так довольно-таки достаточно было много. Хочу сказать, что еще этот парфюм, по-моему, любимый у блогера и визажиста Ковки The Cat. Я смотрела обзоры,
и тоже попала на ее видео, где она о нем рассказывала. И, по-моему, она постоянно носит с собой вот этот флакончик маленького аромата Fresh Laundry от Clean. И, кстати, мне кажется, он самый из всех популярный, потому что сколько я смотрела, вот у известных блогеров много очень попадалось мне видео с этим ароматом. Его полноразмерная версия в таком, как сказать, лазурном бутыльке, матовое стекло, то есть напоминает такую какую-то ванную, вот действительно, такой аромат. Мне он очень-очень-очень нравится сейчас, и я решила побыстрее снять видео, потому что скоро этот аромат у меня, наверное, уже перейдет в пустые баночки, и говорить о нем будет нечего, потому что пустой флакончик как-то показывать не особо хочется. Поэтому вот столько у меня осталось, и все эти две недели я пользовалась только им, и он у меня лежит в сумочке, поэтому очень удобно, легко взять, когда тебе нужно, обновить его. И, честно говоря, остальные ароматы я не ношу с собой, я их не обновляю, а вот этот, за счет того, что он маленький, я могу обновлять хоть по 100 раз на дню, и меня это никак не утомляет. Поэтому советую присмотреться к этому аромату, кто устал от парфюма, кто не знает, чем себе угодить, или просто как-то хочет пахнуть просто, но тем не менее не так, как все, и с чистотой, и с каким-то чувством стиля и чувством прекрасным. Я советую этот аромат, и дальше буду пробовать заказывать постепенно ароматы, которые представлены именно в таких маленьких объемах, чтобы сделать вывод о том, какой мне стоит приобрести именно в объеме 30 мл. Хочу заметить, что цена за 30 мл, по-моему, где-то 3000, то есть не дешево. Это все-таки ниша, хотя многие говорят, что такие ароматы не могут относиться к нише, потому что они просто какие-то порошки, что это ароматы порошка, они не стоят своих денег, но у каждого свой вкус и у каждого свое мнение, поэтому я это мнение, в принципе, уважаю. У каждого свой нюх, и поэтому многие могут не чувствовать того, что чувствуют другие. Честно говоря, я даже не подразумевала, что у него такие ноты, что в базе есть... То есть в сердце есть роза и жасмин, это мои любимые ноты, и они присутствуют практически во всех моих парфюмах. И все-таки я поняла, почему он меня зацепил именно благодаря этим нотам. В верхних нотах также присутствуют цитрусовые нотки, лайм и апельсин. Это тоже мои любимые ноты, я вообще люблю цитрусовые ароматы. Хочу сказать, что трава чувствуется, но она чувствуется в течение где-то 1 минуты. Вот эта резкость именно травянистая. А дальше аромат постепенно переходит в такое цветочное мягкое звучание. Именно жасмин и роза, которые придают ощущение чистоты. Наслаиваясь на мускус, древесные ноты и гелиотроп. Знаю, что ноты гелиотропа как-то ассоциируются с запахом похоронного бюро. Не знаю, вот я не знаю, честно говоря, ноты гелиотропа, как он пахнет. Поэтому как-то я его не ощущаю в этом аромате. И вообще этот аромат настолько цельный, что его нельзя определенно расставить по нескольким нотам, но когда я пыталась их вычленить, то я как-то ловила себя на моменте, что есть оттенок жасмина, то есть жасмин не в чистом виде, а он придает этому аромату вот именно ту резкость порошочную, наверное, вот такую как раз, а роза, она придает более, облагораживает это звучание, и в целом аромат просто прекрасный, я считаю. Поэтому я давно очень хотела попробовать эти ароматы Клина и наконец-то решила, что стоит разориться, хотя флакончик практически 500 рублей за 5 мл. Это, конечно, дороговато, но я решила, что нельзя запрещать себе в таком удовольствии, тем более парфюмы я люблю, и не попробовать вот такие ароматы, я считаю, для себя просто непростительно. Поэтому решила, что стоит мне приобрести. Честно говоря, я довольна своим выбором и буду его дальше допользовать. Осталось тут совсем чуть-чуть. Это американская марка. Делаются они в Америке. Может быть, из-за этого тоже цена их такая высокая. В общем, это все, что я хотела сказать. Видео получилось таким длинным. Когда я снимаю парфюмы, всегда видео получается длинным, потому что я не могу сказать о них
какую-то одну пару фраз, слов. Мне хочется о них говорить много и много и много, чтобы как-то рассказать о них больше, но все-таки пока вы сами не попробуете аромат, вы не сможете ощутить его прелесть. Сколько я не читала комментарий на фрагрантике по поводу того, кто как ощущает этот аромат, ни одно со мной не совпало. Я не знаю почему. Многие описывают запах чистоты, порошка, но в первые минуты его, когда я ощутила на себе, мне он показался немного даже сладковатым, таким фруктовым. Ну, в действительности он описывается как фруктовый цветочный аромат, и, в принципе, для меня это больше так. Еще, кстати, вышел недавно, я видела у тоже одной блогерши аромат от Moschino, называется Fresh. И Moschino любит, конечно же, эпатаж, и в этот раз у него вышел аромат в форме такого флакона для чистки стекол. Говоря, сначала подумала, что этот аромат, он в другом флаконе и просто пахнет, как это средство, но оказывается сам аромат. Мне будет очень интересно попробовать его. Называется он также Fresh, и если он пахнет именно чистотой и свежестью, то для меня это будет просто восторг. Восторг, восторг, восторг.